Отрасти прах с ног своих и возродись вновь. О боже мой, что за факт? Почему я среди трупов? Что со мной случилось? Я был убит. Вот я нажрался. Бля. Сколько же я вина выпил? Пить, хочу пить. Моя жертва. Пить хочу. Иди сюда. Все, напился. Мэри! О, мой милый брат, что же ты натворил? Мэри! Мэри! Это сестра? Hold on. Please, hold on. Ёлки! Держись, прошу тебя, держись! Мэри, нет! Господи, что же я натворил? Какой ужас, какой кошмар. Ты убил меня, тварь. Нет, пожалуйста, я объясню. Убить его. Какое безумие. This can't be happening. Это не может быть. I mean, you know, what the fuck? Там еще кто-то на меня с пушкой прет. Йоу. Да, вниз? Ну, хорошо. Мэри, что я наделал? Now I can defend myself. Shit, where'd it go? Kill that thing! Over there! Who are you? Sorry.
but you left me no choice. Ага. У него был ствол. Почему бы мне ствол не подобрать его? Не, он не может. Who are you? Stupid beast! Guns are like fire! Sorry! За что простить? Ты что убил со струсами? Ты на меня цель? Я вам не враг, мне нужна помощь. Ага, патронов нет. Фонса. The sun feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Let me go! Need to find shelter. Нужно найти укрытие. Is anybody there? Есть кто-нибудь? Place seems abandoned. I should be safe enough here. Он выглядит заброшенным. To remain here until nightfall. Какую информацию мне хотели дать? Who's there? Are you referring to me? Мне ничего не нужно. Покой. Где мой гроб? Куда мне залезть? No. I still have so much to accomplish. Still have so much left that needs doing. Называют вечно очами белее костей. Возносится к небу молитва о том, кто уходит на бой, дорогу свою. Рождение тьмой. Ну ты говоришь обо мне. Вот меня кто-то и укусил. Нет, нет. Я так много не успел. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now.
There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Дай мне пистолетик. Дай. Убей человечка. Мне нужна помощь. Уходить скорее. Нет, еще есть время, я спасу его. Враг уже близко. Нам приказали эвакуировать. Что он будет жить. Что теперь? Будем сражаться, убивать. А почему губы-то не шевелятся? Это оказалось не так просто. Так. This makes no sense. None of it. No sense at all. Stop. It's a nightmare. That's it. Stop. Не нужно сюда вот прыгнуть назад. So be it. It's done yet. Rational thinking only. Я ничего не понимаю. Совсем ничего. Тебе и понимать нечего. Быть по всему. Он себя грохнет? Ну ты же не умрешь. Надо мыслить здраво. This is absolute madness. Vampir. I've lost touch with the real. As it is, as mad as the moon. Что тут так как-то предсказуемо все в этой игре? Жив? Это какое-то безумие. Я потерял связь с реальностью. Верным безумием. Безумие Луны, той, кто превращает спящий свет солнца. Мягкое сияние. Так, развитие. Лапинский опыт. Вот это. Вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Окей.
есть. Еще есть единица опыта, но этого не хватает. Так, назад. Что мы еще можем? Наступление. Вампир формируется с кровью копье, выпуская его во врага. Подготовка к этой атаке. Если вы сможете вернуться к атаке. А как это сделать, интересно? Как его воплотить? These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here. Голос моей головы. Если я сошел с ума, значит, он принадлежит тому. My head's spinning. Вампир, потом все началось. Окей. Почему я больше не бегаю? Так. Тут кровосос. Туда. Вот это круто. Давай, куб! Еще и F, кажется. Не понял, я тебя кусаю. Ого. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Иди сюда. Что?
If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. I can't believe I'm doing this. It's locked. I cannot enter. Temos um cara ali, está em estupendo. Linda. The dizziness from the jump. I can now control it. Where is that? Mas passamos um chão ali. It's locked. It's locked, all right. Estamos apertos, estamos apertos. Видите, вы нахер со своей дверью. Я так пойду, как-нибудь перелезу. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Похер. И так сойдет. Все и так сойдет. The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. 11 нет. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Еще один труп. Когда улицы Лондона успели стать кладбищем? Where has everyone gone? According to когда the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. За этого человека выпили всю кровь. Я все еще чую ее запах. Ага. Даже вампирская чеча есть. Там он бежал куда. At last, a little life. Бежь, у нас все новое. Бежь, все смогу отдохнуть, потратиться. Может, ты сказал, что нет. Рабочим столом. Окей. У меня опыта нет. Так что здесь делать пока что нечего. Так. Пока ночь, нужно пользоваться ночью. Бар черепаха. Окей.
Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. Он отошел в туалет. Еще куда? Они ищут вампиров, делают очень ужасное. Найдут это, кто как найдут. С вами вообще цель, кажется, нас подслушивает. Вы уверены? Да. Входите, кто бы мы не были. Я вампир. Тихо, вампир. Кто это такой? Я не причиню вам вреда. Мне нужно поговорить с кем-нибудь. Ты убери ты свой крест, а? Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. И кто же вы? I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, then what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Я тоже жертва. Я вам верю. А если не вам... Вы не вампир, то доктор Эльдерсон, брат святого Павла. Расследование. Пытаюсь понять, что именно здесь происходит. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Я шел по следу. Запах крови недавней жертвы привел меня сюда. Вы подумали, что я здесь нападающий? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. I don't know yet. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Да, я слышал голос от стены у себя в голове. Мне казалось, я сошел с ума. Позвольте мне разобраться с этим. Вы понятия не имеете, с чем столкнулись, нет? Я сам навел монстра. Он мой. С чего вы взялись? Справиться лучше. Скажите сначала, как вы... I cannot enter. Я не знаю. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Что? И куда мне? I will get to the bottom of this intrigue.
what's been done to me, to this city. Can I have some privacy, please? Окей, я что-то неправильно нажал, но нам нужна именно тот человек. The body is still warm. This man has just been drained of blood. What's this? Some sort of note. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. It's locked, all right. Как бутылки с поджима. Бишоп, еще пинчуга. Так, друзья. Over there! One of them firm!
Я его уже прибил. Best turn around if I were you. Watch yourselves! Какие-то дохлые. Или мне просто так, так легко дается. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Верно, до состояния района стабильно.
Круто. О, ты тоже вампир. Это как вампиру вампира отсосал. Как понять? Может, он просто вред ему наносил?